Так, отличненько. Доброе утро. Кар-кар-кар. Привет, Филя. Доброе утро всем. Привет, Каркуша. А что ты делаешь? Рисую пейзаж. Пейзаж? Кар-кар-кар, а как он выглядит? Ну, посмотри в окно. Вот то, что ты там видишь, и называется пейзаж. Ну, окна в студии нет. Ну, тогда посмотри, как рисуют пейзаж дети. Кар! Вон, смотри, цветочки разные, облака. Все очень просто. Нет, не просто. Видишь, как им тяжело. Каркуша, главное, краски умело смешивать. Я тебе как художник говорю. Цвета смешивать, Кар! Вот скажи, сколько цветов надо, чтобы дерево нарисовать? 2. Зеленый для листьев, коричневый для ствола, Кар! А вот и нет. В самом простом случае 4. Вот как рисует Ирина Голубова, посмотри. Кар! Вон, смотри. Зеленый с одной стороны, там, где солнце. Кар! Фиолетовый там, где тень. Такой же темный для тени. Но он другого оттенка. И коричневый для ствола. Кар! Ну, если ты такой великий художник, Филя, расскажи, что такое оттенок, Кар! Да пожалуйста! Цвет, который получается при смешивании красок, называется оттенок. Разве может получиться другой цвет? Покрасил желтым, получился желтый цветок. Или солнышко. Покрасил синим, получилась тучка. А если тучка закрыла солнышко, то вместе, где она его закрывает, получается зеленый цвет. Вот смотри, как смешивают краски Анна Кошкина. Кар! Если взять желтый и красный, то получится оранжевый. Кар! Да. А если твои желтый и синий, получится, смотри, кар! Зеленый. Кар-кар-кар! А ты знаешь, Каркуша, что даже многие звери умеют рисовать? Ой, да ладно, Кар! Посмотри! Вот этот слон настоящий художник. Он держит хоботом кисточку и сам рисует на мольберте. А что это у него получается? Это цветок. Кар, вот это здорово! Да. Ну, а я хочу напомнить о нашем конкурсе. Ребята, снимайте и присылайте свои работы. Победителей ждет приз. Снимать можно на мобильный телефон или на камеру, Кар.